77-й Алексей Гарапуч, как раз-таки игрок основной команды. 55-й номер на спине у Михаила Волошина. Еще одного бойца из экстралиги. У нас Остринский в штангу попадает тем временем. Ошибаются. Гости на этой угрозой Моськин. Бэкапом Моськина сегодня является Егор Аксенюк. Андрей Чепорчик также пока заигран за основу. Сборная 18. Проатаковать сразу после выигранного вбрасывания. Брещане отбросились. И пока до второй волны дело дошло. Вот здесь не дают толком бросить Салыга. Но пока что-то в одну калитку у нас. Сборники атакуют. Добивание будет результативное. Нет, пока не удается. Еще один бросок. Шайба за воротами застревает. Пытаются брещане отбиваться. 10 секунд всего лишь до выхода Якушева. Бросок и шайба в воротах. Но все-таки не отбились. Альшевский попадает. Отличный эпизод. Жидкие аплодисменты на трибунах. Ну, правильно, не дома играет сборная 18. Нет такой поддержки, как обычно. Хотя группа поддержки этой самой присутствует. Что-нибудь в таком духе. И убегает здесь Жигалов. Решил в соло обыгрывать голкипера, но вот мы вспомнили и про Евгения Прохорова. Отличные активности команд. Карбалевич сам себе на ход пробросил. Ждан ставит корпус результативно. Ну а здесь потеря. Савчук потерял и, пожалуйста, оборачивается этот момент голом. 0-2. На последней минуте получают шайбу брещане. Ну что, глупейшая ошибка на самом деле. Подвезли себе брещане сами галеты. Не то, что отвинить голкипера, там все здорово разыграли. Ну а подвоз от собственного защитника — это вообще. А вот и третья шайба. Да, вот и третья шайба. Корзун забивает. 14 номер сборной 18. Нехитро, а так сходу абсолютно один. Глеб оказался на центральной оси. Никто его не встретил. Ну почему бы не бросить в такой ситуации. Скорость набрал, можно бросить. Бросок мимо. Филигранное падение как следствие. И уже 2-1 вылетают сборники. Иванов на партнера. Салыга дальше на правый фланг. И захватается тут за голову. Кто же это был? Роман Кузнецов. Брестское меньшинство закончилось. Можно убежать в контратаку. О, какой момент! И не забрасывает сейчас обломейка. Ну что еще? Пас не точный. И убегают 2-0 здесь парни. Веренич 1-1. Ух, пропускает какую пенку голкипер. Ай-яй-яй, Евгений Прохоров. Вот словил же шайбу. Вот словил же. Ничего там Веренич не выдумывал. Ай-яй-яй. Обидно партнера. Смотри, как спокойненько сборная раскатывает просто по зоне шайбу. Ох, какой момент! И Матулевский здесь просто не удержал оппонента. И забивает у нас Николай Салыга. 22 номер. Очень буднично, спокойно, без лишних эмоций. 1-4 вам. Вот главный вопрос. Никто пока этого не делает. И еще одна шайба в воротах. Ну, тут уже я не знаю. Развалилась оборона. Причем, заметьте, была на льду тройка экстралиги. Тройка Бреста. Удачная. Есть контратвет. Жигалов 1-1. Почти 1-1 все-таки. Ну а здесь Прохоров бравый. Посмотрите, как разгоняют здорово контратаку. 3-2. Сборники. Соло будет решать здесь. Святослав Засадский решает. 1-6. Ну совсем все плохо стало. И грустно, плохо и уныло. Да. Не такого. Что в параллельных играх? Медведи проиграли прогрессу 1-3 от Литвинова, но, к сожалению, в блок. Колодка. Остринский выйдет на бросок. Да, выехал и поразил таким своими умениями Евгения Прохорова. Затем с ним столкнулся кто-то из хоккеистов Цитадели. Даже не успел заметить, там решили сборники помутузить виновника. Это не Остринский был. Совершенно точно. И Пухляк там тоже вступился. Эти мучения Цитадели. Бросок, Моськин, добивание, Моськин.
Еще одно добивание Немоськин. На третий период команды нам ничего не припасли вкусненького. О, какой выстрел в упор. Моськин играет. И Заськов мог здесь забивать, но опять... Ну что, друзья, звучит финальная сирена. Со счетом 6-1 победу одерживает сборная У-18. Кто стал лучшим игроком, сейчас узнаем. Святослав Засадский, да, автор дубля, лучший у сборников. И Максим Веренич, автор единственной шайбы, заслужил такой же статус.